Курятник и лошадь. Полный суп-набор. Че это было? Че за скример? Ну, зверя под спуском. Ага, да-да-да. Наводит шурку. Мой звездный час. Блин, хотел бы я к тебе подойти. И я бегу. Сэр, это может быть немного опасно. Если вы не против, ладно, я бы хотел, чтобы вы остались со своей предыдущей тактической позиции. Окей, хорошо, 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 хорошо. Мартин Хенри. И это был тот челик, которого я видел в том доме. Блять. Да, котом же трудно стрелять. Да. А кто тебя убил? Чувак внутри? Нет, там есть слева домик левее. Какой-то чернокожий. Дредами. Но они все с дредами. Вот этот выстрел мне будет стоить всего стелса, если кто-то там появится. Не уверен, что я хочу стрелять. Ладно. Чувак или нет? Где-то по правее ограды уже стреляют. Ага. Да, что-то очень слабого. Это вини какой-то. Hold up. Если меня сейчас не убьют с компаунда, я нормально так смогу выйти. Ну и где? Но им особо нет смысла отступать, им они заходят внутрь, они скорее всего внутрь. Занозу поймал. Просто все ему обосрал. Да. Ты зашухарила всю нашу малину. Хер они там снаружи бегают. Какой тебе, собственно, план? Выкурить всех по одному. А, ну вот. А, нет. Казалось. Да, мне тоже. Ну, ты смотри, там вроде бы как бы два разных отряда, может, можно попробовать поднять, если там не в чистом поле лежит. Ты в чистом поле лежишь? А, знаю, но... Важно для миссии. Ну, я вне компаунда, раскрасить, лежу. Ага. Вот вне этого. Такого. Ёптать. Так. Да, 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 просто чел. По-моему, левее он в углу сидит, вот нет? Что ли? Нет, левее.
Прям в углу же нет. Into... Он должен под навесом держаться. Типа вы тут вот карниз. Типа там, где смоук такой самый темный-темный, но я не уверен. Тихо. Да. Блять. Ладно, похуй. Я продолжу. Идея для гениального стелс-челленджа. Пользоваться арбалетом после каждого промаха включить микрофон и громко орать. Фаааа! Смотрите. Чётенько. После каждого попадания я включаю, знаешь, этот саунд сампл из Street Fighter, где такой Майк Байзон смотрит в телефон и говорит: «Yes! Yes!» О! Мне кажется, он что-то знает. Тихо. Давай. Опа. Еще раз. Серьезно? Зет, что ли? На что он, блять, наделся, господи. Окей. Расваливать. Если меня тут схватят за Ас-Чикс. Но я там на простреле, так что осторожно. Похеру. Но они уже забыли про меня. Я возвращаюсь в свой реалм, окей? Ага. Тут такие противники, почему... Да. Тут такие противники, что, судя по всему, произошел Stack Overflow. Типа, они тебя положили, ага, надо запомнить. Потом произошло еще два действия, на память закончилась, флаш. Мне интересно, где остальные враги? Есть ли они вообще? Ага. Враги никогда не кончаются. Крыша? Спустились, наверное. Айвиш. Апона фиш. Пацаны, почему я лечусь, но я умираю? Блять. Нормально. Что-то подумал. Только ты плащ. Скомпрометировал свою позицию, к сожалению. Точно понял, откуда стрелял, да. Артём, ты смотришь на меня? Ты нихуя не смотришь. Я рядом. А? Продолжай смотреть на то окно, хорошо? Ага, он там был. Ау, what the fuck? Попал. Окей. Еще попал. Один засранец вышел прямо. Вынеси, пожалуйста, кого-нибудь, ёпта. Это, кажется, ластовый. Помоги Никите, у него мало бы припасов осталось. Еще один. А, нет, есть еще. Укрытие. Один, короче, прямо напротив баунти наверху. Второй где-то левее дома. Непонятно. Да. Фейк, что ли? Ага. Где? Там где-то видел шевеление. Тихо, подходит? Нет. О! Блять, иду к тебе. Да, у меня проблема. А, наверху. Знаю, да. Блять. По мне стреляет. А, понял. Под навесом. Блять, генератор. Ну ты мразота, блять. Он все еще там, под навесом. А, блять, еще свой. Блять, столько хуев я принял. Пиздец. Но вообще, их четверо, вы можете просто убирать за баунти. Блять, мне нужна помощь.
блять, бегу. Но меня прям простреливают отовсюду. А, да... Можешь сделать что-нибудь, пожалуйста? Вижу, вижу. Я воткнул ножом. Блять, справа что ли? Ну и... Ну, вы типа хорошо пострелялись. Да. Чем я... Тут, если что, стационарная аптечка есть. Да нет. Ну, потом. Да нет. Ну. Слышь, кого-нибудь, Андрей? I don't wanna. Слышать не слышу. Но близко. А? Окей, я понял. Ветер с глушителем 31 метр. Прямо, прям вот по железнодорожным путям. Понятно. А, ты решил отсюда. Вы решили не выходить из здания. Я решил просто слиться очень тупо. Я вас понял, хорошо. Оптика у него была? А, да, это же глушитель. А что, глушитель и оптика нет? Не-не. Это может быть сольник. Если то, что он сжигает тело первым. Тихо. Я могу поднять. Я сразу же упаду. Тебя не поднимать? Давай я это. Оба. Давай я затушу его. Окей, давай. Вот теперь я поднимаю. Но он по нему стреляет. Давай, я сейчас это встану. А, блядь, пидорас, ебучий, он прямо над ним был. Убил еще? Одного. Чекай. Еще есть, конечно, не этот меня убил. Окей. Да, есть еще, конечно, люд. Здесь. Металл. Спрыгнул. Видимо, снаружи. Так и есть. Хорошо, ты по бочке прям попал. Четверо. Таков был план. Все, пусто. Молодец, Никита, попал побольше. Вот это вот хуёво. Чёрт. Есть там аптечка близко, нет? Не знаю, да. Есть. Нет, теперь метр пострадал от взрыва. Один на 180, два на 105. Чёрт. Они жгут Илью, да? Судя по всему, нет. Нет. Я скажу, что произойдет. Никит, если тебе нужно... 225. Вот теперь я говорил. Да. Попал. Это хайф. Это был хайф, черт. Он там, значит. Да, он слева за... Он слева двери, Никит. Я видел его голову. Вот тут? Да, вот по левую сторону двери. Вижу, типа. Вижу, попал. Ушел налево, за сарай. Вообще попробуем его подпушить. Опа. Все еще сараем еще один подпушивать на 135. О, блять. Тут огненная бочка. Тут бочка, я тут об этом думал. В главных дверях один. Да, он зашел внутрь, попал. Прям за этой херней. Ой, плохая банка. Черт, я его не вижу. Один на втором этаже компаунда. И еще один за компаундом. Да, у Никиты уже в спине враги. Да. Так, последний буст. Один на башне. Пошли его тушить. Да, Да. Блять, у меня бустов нет. Он снизу, вон он. По нам сбоку стреляют, осторожно. Я сейчас, похоже, сдохну. Не надо. Я на хиле. Попал, убил. Хорошо, убил. Заряжаю. Да, хорошо. Надо отыгрывать от тела. Угу. Я скоро догорю, но... А, вы про тело. Я попробую, если я успею. Да, забей. Okay. Мне кажется, в хп дай. Я все уже не успел, да, жаль. Черт, у меня даже нет секунд, чтобы этот... Я тоже потратил все секунды. Спасибо, Игорь. Thank you for your input. Сейчас, Игорь, закончится опять файт. А, блять, прям на улице.
к сожалению, я не вижу. А, из главного входа можно увидеть. У главных ворот. Да, у хита одному. А, у главных ворот? Да, да. Они опять разделились, походу. Один был сверху, там. Mm. Он спрыгнул, сейчас, скорее всего, там будет обходить. У меня мозгов, но есть идея, я все еще могу тебя поднять, Илюх. Так пользует мне какая будет. Ну, может, если хотите. Я даже забыл про эту фичу, если честно. О, как будто я попал. Найс. Так, ну ты на открытой позиции. Вряд ли будет чекать сгоревшее тело, правда? Верно. Мерси, бомжур. Бомжур. Да, чувак у меня забрал апперкот, дал мне москит, спасибо ему. Кого сейчас подхилить? Поздно. Все, что я могу делать, это дать бомбу хаос. Откинуть тебе кто-нибудь? Я просто сам не... Я откину хаос. Один был где-то там. Второй, скорее всего, где-то там был, в здании. Попробую сделать грязь. Сейчас хаос заактивируется, не пугайтесь. Угу. Им тоже хаос закину, чисто поржать. Ай-яй. По курсу? Он действительно обошел. Примерно направление. Они оба там. Принято. Вижу одного. Попал. Я кого-то зашотил, но не уверен, что это... Еще один прямо на дороге. Я, похоже, сейчас труп. Я на хиле. Один прям там. Перебежал дорогу. А где был тот чел? Вижу его. Он справа. А сколько справа? А, правее дыры. Ага, вон там. Дал хит. Иду. Бегу к нему, вот пытаюсь. Same. Никит, крой. Потерял его. Мы рядом. Меня убили okay. Сзади там. That's fine. Дал хит. Никита, добивай. Убил. Добивай. Хорошо, подымай. Осторожно, там сзади чувак с перкотом. Угу. Огонь есть? Есть аптечка. Нет, аптечка на зону. Есть огонь. Отлично. Вот так его. У меня пул. Он, скорее всего, своего пошел резать. Угу. Никит, пошли в здание, я трупы быстренько залутаю, чтобы секунды это подобрать. Контакт, ага. Убил. Еще один у меня, последний. Где? Твою ж мать, он прям на мне. А с апперкотом. Попал. Хорош. Кто меня убил, так что вроде бы закончили. Окей. Кстати, вот Нижний Новгород. Куда мы идем? На порт? На порт. Убить Инферно, пожалуйста, подорожки. Чем убить? Инферно, кастетом. У меня есть кастета? У меня есть. Лукит, скорее всего, есть. Конечно, у меня есть, господи, потому что никто не берет. Что бы ты выбрал, кастет или бутылку? Блять, вопрос с подвохом. Я бы точно бутылку не выбрал. Есть нюанс. Вы поняли, какое у них оружие или не стреляли еще? Не стреляли. Только бегали. Что, пошли тогда, что ли? Ребят, ворона близко. Дал кому хит. Найс. Давай минут через 5-10 я чаю еще купил.
Ребята с баунти на соседней локации. Ребят, давайте запушим быстренько, попробуем. Давай, давай, давай. Черт. Я внутри, но... Ага. Там внутри этот, который... Сука, 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 сука. Блять. Ёптыть. Попал. Вот тут. Попал? На... Да. На яйцах. У нас уже сзади баунти. Да. Дал хит. Попал. Блять, на мне тип. Прям чисто мне. Я подъемный. Так. Тихо, я... тихо, тихо. Я покинул вас на некоторое время. Окей. Ладно. А? Говорю, что баунти уже. Попал два раза, блядь. Ты того типа убил, убил нет? Одного, убил одного. Ага. Хорошо. Вижу типа. Убил типа. Возьму баунти зачекать. Чекаю. Все в здании, все в здании, все в здании. Убил. Выходим из здания, думаю. Лоу. Ага, в этот, одного с баунти ты положил? Да. Так, второй баунти можно взять, блядь. Я сейчас попробую забрать. Я с собой. Он прям на баунти сидит. Ранил. А, Артём, помогай, помогай. Бегу, бегу. Хорошо. Сзади. Давай, давай. Он прям, он поднимает, поднимает своего. Блядь, где? Справа, 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 справа! Ёпка. Хорошо! Еще один! Поднимай нас! Поднимай, 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 поднимай быстрее! И сразу, сразу меня поднимай! Дверь, дверь красную, дверь красную! Mm-hmm. Блять, перезарядка нахуй! Чё за... Никит, отойди и меня подними аккуратно за ноги. Mm-hmm. Поднимаю. Mm-hmm. Я сорока прокнулась, смешно. Дал хит. Разменялся, не знаю. Хорошо, размен, чекайте, да. Чекайте, чекайте, чекайте. Проверяю. Чисто. Чисто, чисто. Ебать, грязь. Изи. Не то, ты чувака прям... Взрывным болтом, да, в лицо. Я думаю, что мы можем уходить, что скажете? Да, мы сейчас уходим. Вот сюда. Я, пожалуй, даже сделаю грязь и сожгу всех. Все потому, что я хочу это сделать. Detective, what is your expertise? I think he's dead. He's dead. Не знаю, какой контекст, но сразу представляется Beavis и Butthead. Из-за смеха? Ну, из-за контекста тоже. Ну, так-то я повторяю сцену из Disco Elysium, когда они висельника осматривали. Все, я просто не сразу смотрю. What the fuck? Какой из... засранец из двух вас, который бежит и целится в меня, или который просто бежит? На, блять! На, блять! Убьёшь, на убьёшь. Нахуй! Убьёшь же, блять! Это еще что засранец по мне стреляет, а? Мой бедный. Ты знаешь, какой апперкот болезненный? Знаешь? Ну, блять, все, 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 ладно, ладно. Ты что тут забыл? Пизду, не надо. Андрей, у тебя есть претензии ко мне? Андрей? Ты мне целую полоску, блять, сжег. Пизду, я. Блять, ну все, тебе пизда, масленок. Пиздец.
блядь, стука... всего больше. Артём, Артём. Стой, можем это обговорить. Артём! Что такое? Вставай, давай. На работу. Знаешь, сколько я очков потерял за этих тимкиллов? Это твои проблемы. Там минус 100 очков за один тимкилл. Ой-ой, пизду тогда не буду. Это твои проблемы, не надо было вестись на провокацию. Я русский, я не ведусь на провокации. Плюс все мои выстрелы были для тебя вообще не фатальными. Бля, соболезную, чувак. Если бы они были фатальными, то я бы тебе поеблу не дал. Куда они тебя во все склады положили? Ну, все два, да. О, спецпатроны. Интересно, что же я буду с ними делать сейчас? Ну давай, выстрели в меня. Так, так. Я сейчас сделаю большую грязь. Ты засранец, мать твою. Ты засранец. Мне тебя не жалко, Андрей! С кем приходится? Блять. Сейчас я от Эргению ХП развернусь и дам тебе пизды. Да все, тут, блять. Все, ты меня убил, блять, молодец. Андрей, поднимай. Поднимай его. Я не буду стрелять. Я первый не бью. Да он быстрее пошел. А, стоп. Молотов бы кинул. Ладно. Давайте 20 секунд. Все, давайте остановимся на этом, ладно? Окей. У меня кончаются патроны. Блин, у нас ночная карта. Спасибо, Андрей. Обоконтракт. Я не об этом. У нас обоконтракт. Тебе ебало, блять, сломать. Я не вижу. Мне пизда. Что ты имеешь в виду? Quite literally. Этот уёбок заспавнился прямо во мне. Достопочтенный сэр, как вы думаете, я смогу вас поднять или нет из этого дерьмища? У тебя есть сопротивление яду сейчас? Страховка. Да, есть. Окей, угоди. Я сейчас буду устраивать пранк. Просто расстреляйте их и все, проблем. Один поднимай, второй этот. Ну и дохуя. Ну и второй не хочет идти туда и поднимать. Нельзя оживлять мертвых товарищей издалека. Интересно, интересно. Так. Я отошел за едой, наверное. Какой ладно, нахуй за едой, если тебя сейчас подниму? Что ты будешь делать? Умрешь снова? Давай я буду понижать КД. А так, я пришел. Так, что тут нужно? Нужно разбираться с этими, с... Водными дьяволами, да. Ты здесь, Андрей, надеюсь? Да, здесь вот здесь. Отлично. Я тебя буду защищать. А я не буду, я буду бежать. Йоло! Все нормально, мы приближаемся к цели, мы приближаемся к цели. Зачем ты вообще их отстрелил? Они быстро. Потому что страшно. Потому что я не успел бы. Хотя у меня есть крокодили лапы. А у меня есть крокодили. Ты успел бы. Я не думаю, что ты... Ну ладно, короче. Это так. Пиздец, это... Сука, что за катка? Я умер раз 10, наверное. Мой бедный, когда